В межмуниципальном управлении отдела ГИБДД России «Люберецкая» прошла пресс-конференция. Руководители госавтоинспекции рассказали журналистам об итогах работы за третий квартал 2019 года, а также о проведении в округе новых социальных кампаний. Подробности у Марии Кузьмичевой. 717 ДТП, 124 погибших и 910 пострадавших. Такова статистика Московской области за 8 месяцев. Каждое пятое нарушение – превышение скоростного режима или несоответствие скорости конкретным дорожным условиям. Сложившаяся ситуация указывает на необходимость проведения в Московской области целенаправленной социально-информационно-пропагандистской кампании «Некуда спешить», которая проводится с 1 октября по 1 ноября текущего года. В рамках этой кампании будут проводиться мероприятия, такие как тематические массовые флешмобы, конкурсы, беседы, викторины, открытые уроки с воспитанниками дошкольных образовательных учреждений и студентами. Быть внимательнее на дороге придется и водителям общественного транспорта. По их вине в этом году произошло 27 ДТП. Пострадали 39 человек, 4 из которых – дети. Мы сейчас проводим мероприятия, такие как автобус, держись за поручень, для того, чтобы непосредственно довести эту информацию также до водителей, чтобы они крайне осуществляли перевозку с особой осторожностью. С 1 октября изменились правила организованной перевозки группы детей. Теперь все автобусы оборудуют ремнями безопасности. Во время поездки дети должны быть пристегнуты. Им запрещается самостоятельно передвигаться по салону автобуса. Ответственность за них лежит на сопровождающих. Также скорректирован перечень документов, необходимых для осуществления организованной перевозки групп детей. Водители многодневных поездок обязаны иметь при себе список мест размещения для детей и отдыха в ночное время. Toyota, Kia, Hyundai. Такие марки автомашин угоняют чаще всего. И именно в ночное время. С начала года с территории Люберецкого округа похищено 78 автомашин. Большинство транспортных средств угоняет у нас с территории именно от дома жильцов или временной парковки. Мы как бы обращаемся ко всем, что необходимо транспортное средство парковать на платных автостоянках. Мария Кузьмичева, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.